Для ивановских фанатов футбола вновь начинается волнительный период. Стартовал новый сезон первенства России по футболу в зоне «Запад». Первым соперником «Текстильщика» стала тверская команда «Волга». Уже с первых минут матча ивановцы дали понять соперникам, что настроены только на победу. На 27-й минуте встречи в воротах тверичей оказался первый мяч. Забил его защитник Игорь Балашов. Впрочем, тренер команды соперника с голом не согласился. Не хочу, знаете, плакаться нечего. Там есть судейская бригада, которая разберется. Могу сказать одно, что гол был забит с большими нарушениями. Если вы снимали большими камерами, там посмотрите, дай бог. Просто на нашей камере это все видно. Второй тайм для красно-черных оказался чуть менее удачным, но все таким же динамичным. Сначала ивановцы не смогли реализовать пенальти, тем самым упустив шанс забить второй гол. Но возможность представилась снова. За несколько минут до конца матча красно-черные забили один за другим два гола в ворота «Волги». Правда, ни один из них не был засчитан арбитром. Итоговый счет первой игры сезона 1-0 в пользу «Текстильщика». Ребята переживали, хотели очень хорошо и удачно стартануть. Хотел бы сказать им слова благодарности, то, что дотерпели и выиграли эту игру. Они у меня молодцы. Ну, не получилось, наверное, немножко концовка нервозная. Ну, она нервозная, но так таковых моментов-то и не было, в принципе, в наши ворота. Просто это психология, к сожалению, такая. Много моментов не использовали. Должны были выигрывать игру с крупным счетом. Ну и в конце немножко понервничали. Оспорить единственный гол, забитый в их ворота, тверичи, как ни старались, не смогли. Так что сезон для ивановских футболистов начался с победы. Но почивать на лаврах игрокам «Текстильщика» некогда. Уже в четверг состоится их следующий домашний матч с командой «Долгопрудный». Наталья Романова, Олег Милехин, РТВ Иваново.